пригнали мне машину, Форда СТ, короче, пятицилиндровый. Купили его на аукционе, ребята. Короче, нет компрессии, говорят, ну, естественно, не будет. Ремень стоит на месте, но он очень слабенький. Я его крутил стартером. Короче, здесь натяжитель накрылся. Натяжитель. И у них еще проблемы бывают с приводным ремнем. Рвется и попадает под шкив и тоже клинит коленвал. Потом, что еще, какие проблемы бывают? Ну, все зависит от того, какой ремап они ему сделали. Я даже не знаю, какой ремап здесь. Первый, второй, хрен его знает, ребят, не знаю я. Тут какие-то трубки валяются, это слив. Это слив. Так, сейчас, короче, я буду показывать, как снять голову. И делать будем диагностику полностью. Что нам надо менять и какие запчасти нужны. И будем смотреть. Что будем делать? Сперва нам надо снять жабо. Потому что нам больше всего работать придется за двигателем и за этим. Там турбо, все это, коллектор отсоединять. Больше работы там будет. Тут не такой сильно работа. Тут все на виду. Бортовой компьютер снять. Сторону брать. Сейчас, короче, мы снимаем жабо. Открутили отсюда и открутили отсюда. Снимаем эту щетку и снимаем это. Сейчас снимаем скобы эти. Они везде находятся. Берем крючок и вытягиваем. Надо его отсунуть в сторону, потому что тут труба мешает. А это у нас слив водяной. Или что там, да? Тоже надо будет заменить. Так, сейчас эту пока не будем трогать, без него справимся. Так, сейчас наша задача отсоединить воздушную трубку. Вот это. Проверить надо обязательно. Вот он стоял. Внутрь убираем. Сенсор отключаем. Все это висит. Все. ВДшкой надо замочить все эти места и бортовой компьютер вытянуть в сторону. Тут с провода немножко аккуратно. Я все это крышку снял, но тут я не мог открутить эти болты. Один и этот второй. Ну, просто не мог. Там все прогнило, к ебаной матери. Я представляю этот верхний постель. Вот этот. Наверное, я промуздохаюсь, чтобы его снять. Вот эти, видите, направляющие. Один, два. Там еще есть три, четыре, пять. Там тоже шестой есть. Короче говоря, надо их немножко полоскнуть ВД-шкой, чтобы его вытянуть, иначе вы можете или корпус сломать, или ни хрена не вытянуть его, чтобы вы это имели в виду. Сейчас надо это снять. Крышка. Болт упал. Ну ладно, мы найдем его.
и есть болты конусные. Вот, смотрите. Ми гуляет. Ну, пока никакого результата не говорю. Но это, когда вы коллектор все будете снимать, вам надо очень часто брызгать эти направляющие ВДшки. Обязательно. Потому что эта сволочь, алюминий, с металлом не дружит. Окисляется, и у нас будет, может, проблема. Это уже у меня на практике было. Вот как видите, ремень просто. Еще раз показываю, болтается. Я даже его могу вытянуть. Уже сделано ремонт, видно, все позаглушивали. Сейчас замок присоединить, да? Не знаю, сюда, раз, все.
расслабили его. Все, видите, дергается, бензин капает. Все. Она, зараза, не хочет вылазить. Сейчас впускной коллектор полностью будем снимать. Только тогда мы его это вытянем. Заслонка. Потом этот тоже здесь не забудьте. Включился вот этот болт. Болты. Раз, два, три, пять, шесть. Здесь была проблема с этой резинкой. Тут все хорошо, здесь хреновато. Эту сторону я уже подготовил. Сейчас мы будем... Сейчас солнце крыло. Колючая будет, зараза. Тинька нету. Сейчас нам нужно это открутить. Вот тут кожу снять. Коллектор открутить. И там есть турбо держит до блока. Его тоже надо открутить, потому что он не даст нам его отсунуть. И вот здесь надо все подкручивать. Выливается. И еще пока вы что-то другое делаете, обратно за эти штучки надо замочить. Сняли.
смешно. Один был сломался. Видите? Бляха. Знаете, какая патрубок был. Он находился вот тут. Вот тут. До турбу что идет. Его и это не было затянуто полностью воздушные трубки. И они его тянули. Наверное, порвали, бля. Что они хотели увидеть, я не знаю. Так, ну это можно, в принципе, поставить его под углом, его засунуть, держать. Все. Все, сейчас мы его освободили. Сейчас нам надо два последних болта. Один здесь, другой здесь. Эту трубку тоже отсоединить, которая сюда идет. Это я пытался открутить, но не смог. Так, слишком алюминий там. Видно, крутится. Это воздух, газы. Все, этот коллектор вроде бы открутил. Шатается вроде бы. Там еще глушитель этот самый, турбу держит. Его снизу надо будет открутить. Сейчас он мне не нужен. Сейчас я этот ремень порежу. Чтобы манера не действовала. Сейчас мне надо крышку откручу. Все, вот это полностью надо открутить вокруг. Это мы туда положим, чтобы не мешало. Ну. Короче, круговой надо слишком долго держать камеру. Кувалду, и вот здесь начинается бить, также здесь вроде бы свернулся. Сейчас еще отвертку лезть не надо, да? Здесь немножко постучу и там. Видите, какой распредвал. Да. Колечки вроде бы живые. Это колечко. Вроде бы тоже хороший. А это вроде бы тоже хороший. Так, ну конечно, новый лучше ставить, чтобы потом проблем не было.
многие пишут, что сенсор на фазике проблема всегда. Вот кольца надо менять их. Если они задерты, все протерты, их надо менять. И за это она пишет у вас. Понимаете, и сбой двигателя идет. Болты не обязательно менять. Меняется только тогда, когда перегрев идет двигателя. Тогда меняется. Я считаю, что не стоит менять, если не нагрелся двигатель. Снимаем это и это от подушки. И бачок. Вась. Держи там. Держи. Что ты оттуда снимаешь? Держи. Ну. Что за херня? Да, вот такая херня. Это лучше, чем. Ну ничего хорошего. Почему? Чем на вагах. Вот какая-то херня лежит здесь. Это от вот этого, наверное. Если я не ошибаюсь. Но он откуда-то вылетел. Он здесь лежал. Либо это его потерянная херня, либо... Короче говоря, сейчас надо... Все соединили, но... Надо соединить трубу от блока. Сейчас мой напарник залез туда и заблудился. Не знает, куда лезть дальше. Дальше мне придется слезть. Давай, Власа, нам. Да, подожди, Вася. Я без него справлюсь. Вот я отсюда руку возьму. Этот болт. И этот на звездочку здесь. Чтобы он мог. Чтобы не держал. Вот какой болт здесь становится. Там на 10 не вытянуть. Сейчас это надо открутить кожу. Там звездочка. Да. Смотри. Так, вот он. Миндюрка. Сюда кидай. Все. Чехол есть, сейчас надо снять. Все, больше ничего не надо. Ты думаешь, на него ничего не больше не одето? Ничего. То есть этот бракет до низа не идет, по-твоему? Нет, он нет. До головы все. Думаешь? А мне кажется, он дальше продолжается. Ну давай, дерни, посмотрим. Все? Красиво. Давайте, самый решающий давай, момент. Давай, вытягивай. Сам? Конечно. Там уж тяжелый или... Алюминий. А. Давай, работай. Нет, что-то держит там. Это ремень держит, да? Не-не-не, что-то держит. А, ну давай. Разворачивай на это ложи. Давай. Так. Мы не будем переворачивать, просто подними вверх и посмотрим, что там. Не, ну понятно, на себя все, весь кайф относить. Я тоже хочу посмотреть. Давай неси его куда-то на поддон или куда-то. Вот туда неси. На черный. Сейчас стаканчики посыпятся. Мы так посмотрим. Вот все клапаны. Ничего себе. И впускные, и выпускные, все. И выпускные тоже, да, 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 все. Короче, ребята, я показал, как вам голову снять. Все, всем пока. Какие вопросы там, пишите комментарии, ставьте. Все, пока.